заказали чай, имбирь-лимон, заказали лимонад, манго-маракуйя, разносол по-ташкентски, салат по-корейски. Это блюдо называется падыша, два человека. И манты по-уйгурски, я не знаю, как бывают еще манты. Вот. Будем сейчас дегустировать потихоньку. Начнем с салата по-корейски. С мясом. Мясо прям сочное, горячее. Прям легко жуется. И немножко островатенько. Очень вкусно. Помидоры черри. Айсберг. Скорее всего, бальзамик салат, огурцы, в общем, все, очень вкусный салат, разносол, наверное, все пробовали, соленые, маринованные огурцы, салат, перчик, помидорчики. Так, будем пробовать еще главное блюдо наше, называется падыша, не знаю, в честь чего. Тоже очень вкусное, очень сочное мясо, очень легко жуется. Немножечко привкус жарко дает, очень вкусно. Ну и салатики, естественно. И соус у нас это. Так, это соус у нас кетчуп, скорее всего, и это я не знаю, сейчас попробуем. Чесночный соус очень вкусный подходит. Прям все сочетается, очень вкусно, сочно, горячо. Так, мы покушали, вот было очень вкусно. Так, поели мы, как вы думаете, на сколько? 2940 рублей. Но это того стоило, очень было вкусно. Салат, разносол, манты. И вот это большое блюдо, второе, очень было вкусно. Все мясное, все недорого. И, естественно, чай очень вкусный. Имбирь-лимон и еще лимонад у нас был. Очень вкусный тоже. Ну, манго-маракуйя всегда было вкусное, что лимонад, что напитки негазированные. Так, насчет обслуживания. Ну, довольно-таки все быстро. Мы где-то 15 минут сидели, ждали. Ну, за 15 минут все принесли, на салаты. Первое, второе, три блюда тоже очень быстро. Подытожим. Цена. Ну, здесь средняя. Можно покушать на двоих 3000 рублей. Это, я думаю, по Москве это хорошо. Недорого. Расположение. В центре Москвы находится вот тут будет. Где-то вот тут будет адрес. Можете прийти с друзьями, с семьей можно прийти.